под режимом течения жидкости понимают кинематику и динамику движения жидких макрочастиц, которые определяют структуру и свойства потока. Режим движения определяется соотношением сил инерции и трения. Соотношение этих сил отражает число Рейнольдса, которое является критерием, указывающим на режим течения жидкости. Жидкость из бака по прозрачному трубопроводу через кран поступает на слив. На входе в трубу установлена тонкая трубка, по которой в центральную часть потока поступает красящее вещество. Если немного приоткрыть кран, жидкость начнет протекать по трубопроводу с небольшой скоростью. При введении красящего вещества в поток можно будет увидеть, как струйка этого вещества в виде линий протекает от начала трубы до ее конца. Это свидетельствует о слоистом течении жидкости, без перемешивания и вихреобразования. Такой режим течения называют ламинарным. Ламинарный режим – это слоистое течение жидкости, без перемешивания частиц, без пульсации скоростей и давлений, без перемешивания слоев и вихрей. При ламинарном течении линии тока параллельны оси трубы, то есть отсутствуют поперечные потоку жидкости перемещения. Турбулентный режим течения. При увеличении расхода через трубу в рассматриваемой установке скорость движения частиц будет увеличиваться. Струя красящей жидкости начнет колебаться. Жидкость начнет переходить к турбулентному режиму течения. Если открыть кран сильнее, расход через трубу увеличится. Поток красящей жидкости начнет смешиваться с основным потоком. Будут замешаны многочисленные зоны вихреобразования, перемещения. В потоке будут преобладать силы инерции. Такой режим течения называют турбулентным. Турбулентный режим течения, сопровождающий интенсивным перемешиванием, смешиванием слоев друг относительно друга и пульсациями скоростей и давлений. При турбулентном течении векторы скоростей имеют не только осевые, но и нормальные к оси русла составляющие. Режим течения зависит от скорости движения частиц в трубопроводах и геометрии трубопровода. В режиме течения жидкости в трубопроводе позволяет судить критерии Рейнольдса, отражающие отношение сил инерции к силам вязкого трения. При числах Рейнольдса ниже 2000 можно говорить о ламинарном движении частиц. Если число Рейнольдса больше 4000, то режим течения турбулентный. Число Рейнольдса от 2000 до 4000 свидетельствует о переходе между ламинарным и турбулентным режимом течения жидкости. Это так называемая зона перемежаемости. Подробнее о режимах течения жидкости вы можете прочитать в статье. Ссылка в описании.